Значит, еще раз приветствую всех, кто только подошел, зашел, случайно или целенаправленно. Я приехал в лагерь Hot Springs. Сейчас я посмотрю, отметился он как-то на карте, да, нет. Да, вот, Ада Такер, Ада Такер. Звучит как Ада Вонг, но Ада Такер. Значит, Ада Такер, что у нас есть по Ада Такер? Походу к ней надо подходить, и, короче, блин, начинается лагерная жизнь, типа, ну да, работа в лагере, там вот это все, билнап. У меня есть 3600 долларов билнапских, но нету никакой репутации, значит, короче, надо будет опять выполнять какие-то поручения, типа поджечь что-нибудь. Ну, не очень хотелось бы, на самом деле, потому что опять это все превратится вот в это. Да? Вот. А я хочу найти еще один какой-нибудь блокпост. Вот. И хочу по карте посмотреть, как бы вот здесь, скорее всего, есть блокпост прям недалеко. Потому что, ну, логично, да, если исходя из моей, как всегда, логики, то что... Хотя он отметил аж вон куда. Исходя из логики, то, что везде, где заканчивается вроде как дорога асфальтированная, там должны быть блокпосты. Ну и где-то вот здесь. До сюда даже ближе ехать. Это асфальтированная дорога, именно. Я поеду туда. То есть я сейчас не буду никаких заданий брать, ни с кем знакомиться. Касцены пока подождут. Потом, я думаю, будет активное сюжетное прохождение. Вот, пока скатаюсь туда, хочется съездить туда. Посмотреть, что к чему. Сейчас я микрофон вообще найду. Непонятно, говорю я в него или нет. Так, нашел. Все на месте. Да, все хорошо, все нормально. Все отлично. Значит, я просто проедусь. Потом, если совсем, как говорится, будет не очень. Причем лагерь такой, если по карте смотреть, какой-то он... По-моему, про него вот как раз и говорили. Про гольф-клуб, типа гольф-клуб в Билнапе. А еще мы отсюда приехали, да? А, вот отсюда мы приехали. Нет, не отсюда мы приехали. Но блокпостами там что-то вот, кстати, не пахнет. Значит, пахнет вот здесь блокпостами. А здесь еще какой-то городок. Блин, вот я начинаю теперь реально подумывать, куда бы поехать. От поехать я могу, куда хочу. Ладно, поеду сюда, поскольку здесь ближе. А потом поеду, наверное, вот сюда. Вот в этот вот городок. Посмотрим, что там. Как раз это то место, куда я не мог доехать, получается. Не мог доехать. А, вот сюда. Нет, вот сюда. Где же я? Короче, ладно, поехали. Разворачиваемся, уезжаем. Здесь прикольно, здесь тоже лагерь, все остальное, но, блин, еще один коупланд нам пока что не нужен. Ну, не то, что я избегаю их целенаправленно, я хочу прокатиться. Так, желтая, почему желтая? А, ну пока что желтая, да. Бензин позволяет. Так, чуть дальше. Главное не нарваться на орду, опять же, да? Ну, не то, что это главное. Просто хочу докачать здоровье, короче. Хочу вопросительных знаков побольше. А тут уже у нас что-то опасное. А, хочу еще этот лагерь, конечно. Дальше дороги нет. Самое интересное, что дальше дороги нет. Она сломанная. А продолжение дороги вот здесь. Ну, это даже интересней. А здесь у нас... Подожди, окраина где здесь? Сейчас я уменьшу, и окраина. А, ну все, это окраина. Так, здесь никаких домов нет поблизости, пока я здесь нету. Так, дерево валяется, значит, надо объехать это все дело. Поехать сюда. Да, объезд. Какой нафиг объезд? Вниз, что ли? А, я вижу, вижу, вижу. Дико на обратно. По краю я не смогу, наверное, проехать. А, это зараженная зона внизу. Вон там и фрики какие-то.
Я попробую их отсюда пострелять. Хотя не, я разверну байк. Что-то они там лутают, мне тоже интересно. Ну ладно, патронов пистолетных у них у нас полно. А, чё их? Ну ладно, потом. Так, аккумулятор у меня разрядился. Самое время. Ух ты, гам. Минус один. Во, я научился так делать. Так, лагерь упокоителей. Это прекрасно. Потому что там можно еще залутать. Так, ты у нас на полпути упал. О, нифига себе, там мощно. Так, что вы тут вообще ковыряли? Есть еще полезное? Ничего полезного здесь нету. Мы на два... Блин, кто-то едет. Кто-то где-то едет. Где-то здесь. Буду сшибать всех. Или там кто-то ехал. Там он дым какой-то вообще прям клубится. А, ну мы оттуда приехали. От атакера. Так, короче, мне этот просто так была типа засада. Патронов у меня еще много. Сил тоже. Нож есть. Упокоители мне пригодились бы сейчас в формате. Ну, планы меняются, конечно. Мы едем в лагерь упокоителей. Упокаивать их. Вон там кто-то поехал, нет, мне показалось. Большой лагерь, наверное, да? По карте-то он как-то отмечен. А, вот, засадный лагерь, отлично. Нам нужен засадный лагерь. Потому что это... Там бункер. Человек 14 я осилю, я думаю. А, у меня сел. Сейчас... будет. Отлично. О, снайпер уже есть. А интересно, мы отсюда можем снести его? Такие мысли вслух. Сейчас я попью и снесу ему бошку. Или подъеду поближе. Блин, там уже кто-то едет. Не самое лучшее место. Блин, я еще хуже сделал. Где кто ездит, блин? Это было долго. Но если что, мы по прямой убежим. Так, здесь еще есть лутануть? Три луча или это один такой мощный луч? Так, ладно, по-тихому. Сейчас будет интересно. Че, двухразовое увеличение? Ладно, тогда бинокль. Причем хорошо, что бинокль можно переключать именно. Так, там никто не ходит. Пасут прям въезд. Так, тут нельзя вот так вот пощелкать. А, вон еще один. Ха! Два. И один просто, короче, катается, походу. А, вон еще один. Одна. Три. Сейчас снесем. Блин, прям здесь.
какая-то достопримечательность здесь у нас есть. Так, что нам надо сначала, конечно, того снести говнюка. Но этот говнюк так далеко, что его можно не снести даже. Ага. Будем по лучам ориентироваться. Встревоженность. Окей, ладно. Блин, такой прицел-то не ахти. По лучам сейчас его будем пробивать. Ладно, я уж сам передумал. Я видел, там какой-то человек побежал. Тут еще одна лестница какая-то непонятная. Так, конечно, через все ветки его не пробить. Хотя вот он, видно его. Сколько у нас вообще там патронов таких? Надо убить их всех. Всех до одного. 14 щей. Ублюдки. 14 щей. Рискованно так издалека, конечно, шмалять. Чего? Вон там еще один. Рискованно так шмалять издалека. Перезаряжаться нечем. Сколько у нас? Два патрона осталось. Никто не бежит на нас. Здесь зато много патронов. Здесь без прицела, короче, в тупую. Ну я ж супергерой, чё мне стоит-то туда ворваться и 14 щей завалить в рукопашную? Ну, поближе надо подъехать в любом случае. Так, здесь что у нас есть? Ой, да здесь полно, здесь все. Все, что только можно здесь есть. А, биту, да, возьму биту хотя бы, чтобы что-то было. Совет при выживании, холодное оружие. Так, можно заправиться, я заправлюсь. Как раз мы и выехали с лагеря, не заправлявшись. 42%. Так, ну слушай, Дик. Нет, Дик. Я тебе целенаправленно поставил задачу. Налить бензин. Наверное, он при сиде не заливает. Вот так. Там какая-то достопримечательность, я еще сейчас быстренько прочитаю. И под этой достопримечательностью кину как раз канистру. Чтобы она нам мешалась. Читать. Так, что там? Интересно. Памятник неизвестному почтмейсту. Одного из четырех мы завалили. Возможно, здесь, кстати, у нас будет сейчас потрошки. Немножечко хотя бы. Сколько? Три винтовочных патрона, да? Я уверен, что это то, о чем речь. Да. Но это уже хорошее. Как бы это плюс, по идее, сколько? Плюс 5 человек еще можно будет снести просто за ничто. За бесплатно, как бы. Вон видно его. Ну что, отсюда прям шмалять. Блин, прицел вообще. Не попал. Ладно, короче, это бесполезно. Отсюда стрелять. Ну, как бы чисто на удачу. 50 на 50. У нас есть бита. А, кстати, да, бита. Насчет биты. Слезь. Так, а может отсюда можно будет выстрелить? Там двое безмятежно лазающих. Хотел биту. Я же герой, блин, а чё я как бы это... Создаем биту и ловим туда. Тут так всего много, блин. Коктейльчик можно забрать. Ну, то есть не коктейльчик, а снаряжение к коктейльчику. Лом, коробка с гвоздями. Все как мы любим. Так, кто-то там уже летит на нас. Вот его мы и будем сносить. Наверное. Если попадем. Так, по логике он должен где-то вот здесь выбежать. Нет. На стол, если запрыгну. Лучше будет видно. Не то чтобы я боялся, просто отсюда можно снести и ехать. Тем более, пушка хорошая. Ну, конечно, нет, дольше целиться, блин, дольше смотреть, что как происходит. Когда можно просто в дикую проехать.
Даже кого-нибудь может сбить. Не? Потерян. То найден, то потерян. Вы уж определитесь как-нибудь. Как только у меня будет кто-то в прицеле, я его сношу. Ты обретешь свободу. Он так близко. Тебе не уйти. Да, конечно, не уйти. Что это? Что это? А, ну ладно, пока он забагован. Минус один или нет? Нет. Иду к тебе. Нет, это не надо. Назад! Назад! Прям в голову. Умирает! Так. Потерянные! Потерянные идут! Потерянные! Фонарик-то выключи, Дик. А, вот, меня уже срисовали, а я думаю, что на меня... Ох, неплохо ты так стреляешь. Но мне все равно, у меня много здоровья. Да куда ты, блин? Опять тебя валить. Ой, я так не умею, ребят. Только в мотоцикл, пожалуйста, не стреляйте. Да мне все равно на ваши пушки эти. Бум. Да прицелься. Стреляет отовсюду, откуда только можно. Я учусь стрелять, мне здоровье позволяет. Да я берегусь. Фугас. Путь сейчас я тебе покажу. Пусть парниш. Парниш, ты мне тут противень. Задвигай. То я тебя сам сейчас за... Так, 6-14, все нормально, я спокоен вообще, потому что здоровья у нас много. Утать нечего. Пушка не заряжена, но... Ах ты, нифига, это хорошая штука, да, у тебя. Пожалуй, ты мне ее потом попозже отдашь, ладно? Чисто ориентируемся на фонарь. Вот этот, как, вот это хороший. Мне уже просто на нервах, я его по ноге, по телу. Учимся стрелять. Бинтов тут будет достаточно, я более чем уверен. Заодно практикуемся в пушках. Чисто по фонарю. Так. Не попал. Опять не попал, чуть ниже. Еще, ты сволочь. Но все, не уйдешь. Еще 6 человек. Бессмертный намат. Давай, высуни бошку. Блин, это понятно. Здесь с фонарем уже все. Настоящие действия. Да стой! Мы откроем тебе слово Ударим ему Свобода! Свобода! Ах ты, козел. С калашом, блин. Я все жду пушка, которая будет, это, как говорится, которая будет меня серьезно сосить, и у меня будет интерес ее у кого-то заполучить. 3 человека осталось. Ну или как их тут можно назвать, их людьми или нет. Тут одни свечи везде, какой-то вообще тут полный коллапс. Мачете, который горит.
горящее мачете. Пойду наверх. Надеюсь, здесь... Потому что вниз-то всегда проще. Мимо. Я ж в тебя даже не попал. Еще последний остался, но он, наверное, не здесь. Да, я, конечно, согласен, не каждому может понравиться мой стиль игры. Но так вот. И играем постепенно. Тут, конечно, все надо оглядывать, осматривать, не торопиться. Ох, нифига себе, причем это терминатор найден. I'll be back. Ну, дальше вы знаете. Коробка патронов. Хочу ли я продолжать стрелять из винтовки? Наверное, не хочу. Нет, хочу, она все-таки пригодится. Здесь нельзя ничего открыть. 9 винтовочных как раз мне и дали. Мол, балуйся своей винтовкой дальше. Бутылка в огне. Или тряпка. Тряпка. Где еще? Красота, калаш, ну, саф. Ничего толкового мне еще не давали здесь. Что здесь за пушка? Какая-то еще банка интересная. Не знаю, что это, но, возможно, ее можно будет использовать, когда я рецептик получу. А я собираюсь сейчас получить рецепт. И вот он последний, прямо здесь. Ты... Я. Кажется, все. Теперь на дорогах будет поспокойнее. Не намного, но все-таки. Дик. Бункер, да. Бункер, да. Бункер. Найти бы только. Так, дубину упокоителя, наверное, возьму. Вместо всего этого. Где-то здесь. Вот, наверное. Нет. Там что-то внутри? Нет, это просто искра. Что, достопримечательность, что ли? Tube in tube. Короче, это какая-то шахта была. Где-то здесь. А может снизу, кстати. А, вот он. Да перепрыгни. Вот он. Засадный лагерь. Ой, то есть. Осмотреть бункер. Black Crater. Black Crater, неплохо. Прыгаем вниз. Я люблю бункеры. Сейчас будем немножко читать, наверное. Ух, нифига себе, я спустился, блин. А тут темно еще, блин. Так, я буду менее резко шевелить. Чтобы всем было более-менее понятно. Что мы в каком-то вообще очень страшном месте. И тут как будто фриков было больше, чем... Вот, да, собственно, и отметка на карте. Вон она есть, и здесь. Посмотрим карту и... Это что, карта? Пометки? Это очень хорошо тем, что Hot Springs. А, Hot Springs, да, я вспомнил, где это. У нас уже целый первый уровень. Неплохо. Охотник на засады, значит, про мародеров мы уже читали. Так что надо с ними разобраться, иначе я буду все время натыкаться на снайперов, силки и прочие неприятности. Доступен один рецепт, и этот топор избитый. Это то, что вот в эскописте было. Вот эта красота. Это что? Инструкция. Да, это топор избиты. Топор избиты. А что, можешь поспать, типа? Поспать в таком гадюшнике? Ну, спасибо. Я у Бухаря потом посплю. Вот такой маленький спойлер. Ну, как спойлер. Здесь можно сохраниться, но я сохранюсь лучше. Возле байка. Ну, здесь ничего интересного нету. Я все вроде просмотрел. Кому вот хочется посмотреть, я Трэмбл.
Так, наверху ничего взять нельзя. Тут темно. А, ну вот светло более-менее. Каких-то много канистр, всего остального. Так, кто-то у нас уснул прям так. Нет, это нормально. Я думал, это что-то кровавое. Ну, здесь, конечно, то еще скотство находиться. А быстрее можно? Не, на бег нельзя переключиться. А то я думал, я опять такой умный. Да, блин, у нас же доступно очко навыков. Ну, короче, ладно. Переступим к очку навыков. Так, здоровье. Вот чуть-чуть качнуться осталось. Это буквально, наверное, 3 инъектора. На рукопашное. Продолжаем по рукопашной прикалываться. Вот это эскапист. Не, не эскапист, а вот это вот тот топор как раз. Значит, что, разбитая губа. Каждое убийство в ближнем бою восстанавливает запас сил. Вот это нам очень нужно. Почему? Потому что вот когда мы делаем перекаты, когда особенно вот была, как ее называют, с ордой, да, и вот из-за того, что не хватало сил и не убежать, и не ударить. А тут приятный бонус, то, что будет восстанавливаться. То есть, чем больше ударишь, тем больше восстановится. Поэтому мы берем ее, возможность проводить более длинные серии ударов холодным оружием. За базар ответишь. Но у нас как бы серия ударов состоит в основном из двух-трех. Из двух даже. Так, разбитая губа освоена. Чтобы атаковать противника в ближнем бою, нажмите R2. С каждым убийством вы восстанавливаете запас сил. Это мы знаем. Класс навыка 3 доступен уже. Ну, не будем облизываться и почитаем, когда будет очко навыков. Оно вроде как должно быть еще очень не скоро, но в то же время. Калаш я не буду брать. Что-то еще можно здесь посмотреть. А я посмотрю, что у нас вообще, значит, аптечки, например. Лечиться не буду. Так, это есть, это нам не нужно. Дальше рукопашка. Бита, я поменяю сейчас ее. Коктейль надо создать, чтобы у нас было место для бутылочки. Так, шестизарядник, пистолет САП есть. Здесь у нас, слава, хорошо есть. А, патроны. Так, это что? Это ловушки. Ловушки я не могу делать. Биту я не могу сделать, кстати. Я вот открыл рецепт. А, его надо открыть, походу. Открыть. Нет, не здесь. Припасы, материалы. Нет. Вот, создать, создание. Ой, да у нас так много всего открылось. Это что? Топор из штакета. А, то есть можно опять как с гвоздями. Бита с гвоздями. Топор с гвоздями и все остальное. Следующее. Топор из палки. Топор из палки. Объединяет палку, лом и ленточную пилу. Ленточная пила. Ленточная пила. И топор из биты, наверное, это самое мощное. Объединяет деревянную биту, лом и ленточную пилу. Топор из ножки стула. Оружие, которое мы заслужили. Но везде, собственно, требует одно и то же. Я думал, что это за кружки, а это, оказывается, топоры. И сразу 4 их. Сколько у нас осталось еще? Ну, нормально. Так. Бежим вниз к мотику. Все лутанем, что можно взять, возьмем, что не можно взять, не возьмем. Они же все откуда-то отсюда приходили, блин. Такой большой лагерь, и грех его не осмотреть. Конечно, понятное дело, что тут ничего не будет. Пойдет. Нет, не пойдет. Ты не то взял. Вот. Что-то вибрирует у меня джойстик. Что это значит, я не знаю. Тут еще ребят можно лутануть. И еще растеница я нашел. Не знаю, что за растеница. Плюс один отчиток. Отчиток. Почитаем сейчас или потом. Нет, пушку верни. Почитаем сейчас, пока я не забыл. Так, припасы. Находки. Да. Так, находки. Ну хорошо, ботаника недалеко. И это второе. Черная смородина. Толокнянка. Толокнянка. Так, толокнянка. Красивый, вечно зеленый, плодоносящий кустарник. Вы ягоды съедобны для человека. Вот ее не было. Вороника была. Стрелолист был. Ромашка была. Черный гриб. Отчиток, вот.
Из-за необычного и привлекательного внешнего вида цветок популярен в качестве садового растения. Большинство его видов съедобны, хотя встречаются и ядовитые. Кроме того, его нередко высаживают на крышах для создания зеленой кровли. Типа дикого, наверное. Да, это крики эти. Мне уже... Сейчас инъектор найду. Кстати, да, карту надо посмотреть. Карту надо глянуть. Вот, топор упокоителей мне нужен. Клинок. Это уже клинок. А клинок нельзя сделать с пилой. Фугас взял. Человек как бы с фугасами тут бегал. Меня ими шугал. Канистра есть. Но у нас там бензина соточка. Пойду наверх посмотрю, что там. Ну, все-таки раз уж пришли. Конечно, очень резко тут бегаю. Вот здесь тоже какая-то надпись. Неразбираемая. Отсюда мы прибежали. Значит, сюда мы бежим. Здесь я никого не сносил вроде. Но здесь какое-то было что там? Достопримечательность. Сейчас читанем достопримечательность. На самом деле я еще что ищу? Бутылки ищу. Бутылки же нужны всегда. Вот я и до сих пор... Пожалуйста, выключи уже фонарик. Не знаю, каким образом. Я даже не лечился. Ничего рядом не брал. Ни бинокли. Ни монокли. Ничего не брал. А мотоцикл наш вон там. Опа. Человек за бортом. Опа, еще более жестко. Жестко, жестко очень. Рисовать кровью они вообще дикие ребята. А может здесь можно спуститься понизу? Да, можно, гораздо ближе будет. И плюс мы здесь же не были. Какие-то растения тут даже есть. По-любому. Но я их не вижу. Просто если что-то спереди попадется, я это сорву. Нашел. Одно из. Ну, тут наверняка растений 4. Вот. Что это? Отчиток. Еще один отчиток. Короче, здесь в основном, наверное, отчитки. Хотел достопримечательность почитать, но как бы символично не было, сейчас я прочитаю ее возле достопримечательности. Никаких нету. Давай, забегаем. А, так я мотик там оставил же, я ж туда в наглую поехал, чё же я сюда поехал. Ну ладно, да, почитаем достопримечательность. Наверх. Находки... Это ж находки. Достопримечательности. Пока у нас ботаника рулит больше всего. А достопримечательность у нас в туризме, да? Нет, историческая табличка номер 12 аж. То есть мы сюда немножечко все-таки рановато приехали. Но я обязательно вернусь. Памятник неизвестному почтмейстеру. Почтальон первопроходец. Историческая табличка у мемориала Джона Крэга в Белнапе. Белнап я... Так, вот она, красота. Историческая табличка подробнее. Неизвестный почтмейстер на протяжении 25 лет доставлял письма из долины Уилламетт в Восточный Орегон. Зимой 1877 года он отправился на лыжах через перевал Маккензи с рождественской почтой и замерз насмерть в своей горной хижине. Ни дождь, ни снег не смогли помешать легендарному почтальону выполнить свой долг. Жители Орегона до сих пор помнят его, хотя и не знают его имени. Нормально так пошел. Замерз. Ладно. Про мотик я совсем забыл, то, что он у меня там. Ни одного коктейля не использовал, а надо было бы. Дикон, я же жму притопить. А, я понял, блин, надо же просто нажимать и все. Ну, как всегда, обучение, процесс учения. Резкий поворот здесь можно? Можно, конечно же. Да, вот я же вспомнил, карта.
Блокпост Нера, мы на него едем. Он прямо вот здесь, вот прямо у нас. Вот он ждет. Я же правильно, вот видите, моя метка, которую я ставил. Я же правильно говорил, сюда надо ехать. Там блокпост. И я как бы чуйка-то есть. Так что едем на блокпост. Берем на блокпосту что? Такая-то, что у нас отмечено как-то. Засадный лагерь. Быстрый переход невозможен, да и не нужен. А вот здесь у нас все, вот, все, угол зачищен, все, здесь никуда не двинуться. И вот здесь угол. И еще один блокпост был мне, да? Один я зачистил, два... Так, два из двух блокпостов, это что, обнаружено или зачищено? Ладно, едем. Мы же в Бенлапе. Бензина у нас достаточно, как всегда, собственно. Да не хочу я, но я не хотел. Но пришлось. Где там? Навигатор правильно показывает, или я сейчас слечу с дороги? Там еще на мотоцикле кто-то вот катался, да? Но он, походу, не имеет отношения к упокоителям. Я мотоцикл там нигде не видел. Главное на орду не наехать какую-нибудь, блин. Будет знак вопроса? Будет знак вопроса, я сразу на него лечу. Вон он, блокпост. Так, я надеюсь, это дорога, а не... Вот это да. Вот это я вовремя остановился. И подожди, это что значит, то, что я вовремя остановился? Это значит, то, что мне опять сюда надо будет закись, что ли? Как там, высоко? Нет? Ну, достаточно высоко. Блин, в обратную сторону. А то нас снесет этот козел. Байк мой уронил, блин, волк. Ну откуда ты взялся? Еще одна закись азота. Надо записать. Не-не-не, мы ж хотели... Не, дик. Мясо пусть будет. Не зря же волк погибал. Так, можно я... Будет продать. Можно будет, можно будет. Пока посмотрим туда вертолет, который разбился. Вон даже сотрудник Нера валяется. Я просто хочу записать себе пометочку, чтобы я сюда с закисью вернулся. Пока посмотрим на... На то, что там вообще есть. Хотя, можно объехать. Но я думаю, если тут такой трамплин, значит, объехать точно нельзя. Вон он еще свежий. Надеюсь, он не встанет. Вот. Походу, да, это единственное, что мы сможем сделать, это туда перепрыгнуть. Либо с этой стороны, либо с другой. Но я проеду, посмотрю, чтобы лишний раз не... Так, я запишу то, что здесь надо закись тоже намутить рядом стакер, короче. Вот, это надо будет запомнить. Даже вот здесь. Секундочку. Такой вот облом. Вот. Выходим отсюда, блин, уезжаем. Байк опять уронили. Его уроняли, а мы поднимаем назад. Блин, я думал, это опять этот обрыв. А, мы можем понизу как раз здесь проехать. Рисковать прыгать, я не знаю. Хотя здесь не так, блин, надо рискнуть. Он же вниз, этот склон. Просто учитывая, что это зона, в которой мы еще не были, да, то, наверное, все возможно, что... Как это называется? Все возможно, что... Как это? Давай назад. Тормоза, кстати, когда назад, лучше. Возможно, что типа закись нужна. Но я попробую, ладно. Что записывал. Да, нужна закись. Ну, я...
Байк, что с байком-то, кстати, нормально, да, даже не повредился. Ну, объехать попробуем. Там же еще есть какой-то, наверное, заезд. Не, нету. Слишком далеко мы уже от цели отходим. Означает только одно, что... Сэляви. Я не буду ездить вокруг, я уже понял, что... Куда? Три сосны. Опа, а что это у нас? Какой-то еще лагерь? Что это, олень? Или волк? Олень нам не страшен. Где мы находимся? Обидно. А, ну мы рядом с зараженной зоной. Тут еще что-то есть, не знаю. Значит, что, предлагаю ехать сюда тогда. Ну вот здесь. А что здесь было? Блокпост, наверное. А, ну мы, да, зачистили его. Значит, здесь уже больше нету его. Вот мы два обнаружили. Объект исследования Нера, вот это вот объект исследования Нера. И еще один объект исследования Нера где-то вот здесь. Вот, сейчас. Секундочку опять. Угу. Ну, у нас еще есть достаточно времени, чтобы куда-то поехать. Может, через зараженную зону куда-нибудь махнуть. Сюда, может? Сюда же можно поставить отметку или нет? Нет, нельзя было поставить отметку. Там фрик бегает за оленем. Ну, мы сейчас это увидим. Так, отметку. Ну, здесь, наверное, нет никакого объекта исследования Нера. Ну, как-то нелогично. Сколько здесь засадных лагерей? Один из трех. Я подумаю куда-то сюда съездить в объезд. И если что, вернусь вот так вот против часовой. Или уж ехать наверх. Поеду наверх и против часовой вернусь, наверное, или нет. Здесь уже все, притык. И здесь притык. Я подумаю, может, здесь где-то засадочный лагерь может быть. Ну, как-то есть такое подозрение. И вот здесь может быть какой-нибудь лагерь засадочный или не засадочный. Вообще зона, которую я не проехал, даже почему, не знаю. И здесь, блин, куда же ехать-то? Против часовой, короче, поеду и вот сюда доеду. Посмотрим. Есть время. Как-то еще можно. Тут дорога даже указывается. То есть он мне даже дорогу указывает. Поеду, короче, поскольку здесь какая-то... Вот, здесь ближайшее же место. Отсюда поеду и вдоль. Может, какой-то лагерь будет. Ну, главное, не орда. Ну, как бы... Не то, что главное. У меня патронов сейчас нормальные, коктейли есть. Слона как-то ни к чему. А чё, я уже приехал? Чёрт, точно. Надо спалить оставшиеся гнезда. Это ты хорошо придумал. Чё там за вышка? Ну там, где вышка, там и засадный лагерь. Так что сейчас мы их замочим. Я так в наглую, да, проезжаю. Сколько их тут? Минус один. Минус. Чё, кто еще есть? Опа. Ты кого назвал? Прям. Где оно? Твою кто мать? Оно? А. Рядом где-то. Так, использовать. Создать. Вот, коктейль пригодился. Пригодится. Прям отсюда швырну. И прям сразу отсюда и буду стрелять. Даже из пистолета. Не, не получилось. Хочу посмолять, не хочу дубину ломать.
Давай, подходи. Блин. Ой, 5%. Удача. Ремонт. Сейчас лома здесь лутанем. Про здоровье я уже практически не беспокоюсь. Переходить на уровень сложности не хочу ни на какой, потому что это долго. Ну, потому что это... Ну, смысл там? Ну, буду вместо двух ударов три совершать. Что-то такое. Может, переключусь. Но пока мне не скучно абсолютно, если честно. Что это? Самодельная мачете, блин. Что здесь, ничего нету больше, кроме самодельного мачете? Что это за кучка вообще? Какашки какие-то. Какашки. Повторить, повторяй. Здесь что у нас? Бутылочки есть. Внутри это мачете. Вот эта штука, интересно, взрывается. Скорее всего. Да, написано же то, что flammable. Взрывоопасно. Воспламеняемо. Значит, взрывается. Что, туда нам не судьба? Да ладно. Сейчас на вышечку заберемся. Вороны какие-то чиркают. Я давно не ходил. Вот я ходить как-то не ходил. Надо бы это попрактиковать. Вон там отметка какая-то. А, ну туда нам не надо, потому что это я ж вслепую поставил отметку. Опа, какое-то кладбище. Бейсбольная бита, что ли? Нет. Достопримечательность. Кого-то просто... И какие-то пивные, походу, бутылки, что ли? Банки, вернее, да. No name. Ну, все проработано хорошо, то, что можно даже детально посмотреть всякие баночки. Я надеюсь, тут Копланд меня не услышит, не увидит. Так, здесь ничего нету, да? Можно же нажать и посмотреть. Вот так вот, типа, по-медленному. Пора учиться делать это более плавно. Чтобы это, то уже пол игры просто опа, нормально так висит. Пол туловища. Интересно, что здесь фрики делали? Хотели могилу, что ли, откопать? Не знаю, зачем лезу. Там что-то... Может, отсюда лучше будет видно. Какой-нибудь блокпост Нера. Очень высокая башня. Аж ветром сдувает. Но здесь вот есть поощрение в виде... Четыре лома, стерилизатор, аптечка. Блин, всего полно. Я еще пока не смотрю, я пока лутаюсь. Все, посмотрим, что здесь еще есть. Красота неописуемая. Сейчас будем смотреть. Это не гора же Paramount. Просто какая-то красивая гора. Наслаждаемся видами и пейзажами. Угу. Так, я здесь пока подготовлюсь, что-нибудь создам. Так, у нас даже хватает еще на один коктейль. Так, вот это мы зарядить должны. У нас даже есть глушитель для этого. Где я его взял, не помню. Перезарядочка. Сколько тут максимум? 5, 2, 3. 5 зарядов получается. Вот, красота неописуемая, опять же. Озеро. Что-то там вон вдали. Что-то там вдали. Можно подстрелить? Эх, не поймаю же. Но походу можно. Ладно, я не такой меткий, чтобы это делать. Опа! Опа! Это Нера. Как сюда можно... Опа! Вот это что интересное. Опа! А вот здесь, наверное, орда, блин. Трупов прямо скидывали прям со скалы. И здесь. Кошмар вообще, такой ужас. Прям... Сплошная кровь. Вот что ворона-то летает. Да, зачистить гнезда, да, сейчас мы вернемся. Ну, это была шутка. Это был
жутчайший сарказм. Ладно, что у нас вон там, кстати, машины или опять люди? А, я ж там ездил. Пока толпы никакой не видно. Засадных лагерей я тоже не вижу. Я подумал, это огромный фрик. Туда он куда-то можно вообще уехать. Нормально. Вон там что? Какая-то вообще тоже интересная местность. Какая-то как будто это плотина или равнина. Вернее, возвышенность. Даже я что-то видел, там кто-то бежал, или это у меня уже в бинокле какая-то грязь. Вот это у нас. Ладно, что же, на таких прекрасных видах я сохранюсь, и тогда увидимся в следующем уже выпуске. Так что все в наших руках, едем на Неро, продолжаем качаться.